Кратный призер чемпионатов Европы Юрий Овчинников. Ириша, мы с тобой катались до ледникового периода, во время ледникового периода. И дай бог, мы будем кататься после ледникового периода. С днем рождения! Здорово! Я думаю, это был большой подарок всем любителям фигурного катания, которые помнят выступление Юрия Овчинникова. Ведь в последний раз на московский лед он выходил более четверти века назад.